Итак, всем привет, друзья. Вот вновь я поймал у нас громкий велосипед. И давайте снимем на него небольшой обзор, а конкретно на усилитель на фронт. Вот эта вот вся калиточка, что мы имеем, это среднечастотники, питаются от одного усилителя. Здесь у нас очень сложная схема. На самом деле на этом велике стоит 220 вольт, по словам автора, то есть можно спокойно включать любые электроинструменты. И питается все это от железофосфата. То есть тут очень много всяких переходников, преобразователей и так далее. Питание железофосфат, 240-я секция, хватает на год без подзарядки. Следующий этаж. Инверторы 220 с 12 вольт. Нужны для того, чтобы питать три зарядки, которые заряжают три аккумулятора, которые последовательно подключены, и мы получаем 36 вольт для мотор-колеса. Логично? Логично. Дальше у нас идет усилитель на пищалке и красивейший 2200 от DL Audio на всю стену. Широкополосные, двухканальные, можно запитать калиточки в стерео. Они могут работать в низко-ом. У меня был опыт подключения в там 0.25, большое количество динамиков в один канал, и я могу сказать, работало. Ничего не улетало и так далее. Ну, я думаю, вы сами все слышали. У нас от фронта срабатывали сигнализации. Вот, а я думаю, это о многом говорит, что этот усилитель выведет и большие всякие нагрузки. Есть выносной регулятор, в котором вы можете посмотреть температуру, просады и так далее. Ну и, собственно, порегулировать громкость. Тоже, на самом деле, очень удобно. У меня в машине их очень много висит. Для чего вообще это все делалось? Ну, типа, что много регуляторов и так далее. Бывает такое, что при максимально очень большой громкости сложно отрегулировать ту или иную полосу. К примеру, у меня фиолетки там на каких-то средних частотах могут перекрикивать 25-ки. И чтобы понять, что конкретно из них надо прибавить и убавить, условно на регуляторе мы удобно гейн выкручиваем в ноль. И мы, например, слышим только 25-ки. То есть фиолетки нам ничто не заглушают. Ага, 25-ки мы условно подогнали под нужное нам стучание по почкам. Все, выкручиваем середину. И также происходит с ВЧ. Спрячьте эти все регуляторы, крутилки, у вас абсолютно ничего не собьется. Там ни по громкости, ни почему и так далее. Не только, например, именно вот в спортивной линейке DL они есть, а также у меня есть усилитель Raven. И там это тоже все есть. Thank you.